Досмотрев этот видеоролик до конца, вы ответите на все вопросы, связанные с созданием интернет-магазина в Польше, связанные с закупкой товара в Китае. Как показала практика, эта тема очень популярна для наших начинающих предпринимателей в Польше, поэтому в видео вы найдете ответы на следующие вопросы. С чего начать? Какой вид формы деятельности выбрать? Что такое EORI? Зачем существует агенция Цельна? Как и сколько платить ЦВО? Как правильно рассчитывать налоги с закупки из Китая, да и просто разберем, в принципе, на примере, как работает это в жизни. Ну и, наверное, сделаю приметку, что для тех, кто уже занимается этим бизнесом давно, интересного будет немного. Хотя не узнаете, пока не досмотрите это видео до конца. Усаживайтесь поудобнее, потому что мы начинаем. Не забываем погладить курсором своей мышки большой палец под этим видео, а также подписаться, чтобы не пропускать важную информацию для каждого мигранта в Польше. Итак, это видео фактически является консультацией на тему ведения бизнеса с Китаем, связанным с закупками товара. Первый, возможно, самый важный вопрос на старте – это какой вид деятельности выбрать – СПУЛКА или ЕДГ. Скажу сразу, что для большинства единственным вариантом, который не нарушает закон, будет создание СПУЛКИ, то есть фирмы. Причем мы сейчас не говорим о налогообложении или способе ведения бизнеса. ЕДГ можно зарегистрировать только если у вас есть карта поляка, сталый побыт или польское гражданство. Исключение – это украинское гражданство. Это исключение ввели на время войны. Долго ли будет действовать оно, никому не известно. Поэтому если вы смотрите это видео через полгода, год или позже, есть вероятность, что поляки уже закрыли эту дверь для нас. Поэтому первая причина, по которой я советую именно фирму, это классический вариант интернет-магазина с Китаем. А вторая причина регистрации фирмы – это налоги. Да, если вы обратитесь к любому бухгалтеру, он или она даст вам всю информацию по поводу ЕДГ, распишет все на бумаге, какие существуют налоговые системы и в любом случае подытожит это советом открытия именно фирму, а не ЕДГ. Если хотите более подробно изучить этот вопрос, мы на моем канале есть отдельный видеоролик на эту тему, поэтому можете перейти на него. А сейчас, чтобы не тратить время, давайте продолжим. Должен сказать сразу, что все индивидуально и, безусловно, будут случаи, когда для ведения интернет-магазина можно выбрать и ЕДГ. Я же не конкретизирую этот вопрос, а говорю в целом, чтобы выбрать, что в принципе выбирают предприниматели в общем. Поэтому прошу не воспринимать мои слова в штыки, а воспринимать информацию как для ознакомления, а не призыв к действию. Итак, выбрали форму деятельности. Идем дальше. В бизнесе, связанном с оборотом товаров из Китая, к привычному дуэту юрист плюс бухгалтер добавляется еще и агенция Цельна. Безусловно, в теории вы можете не пользоваться их услугами, а надеяться, что почта или курьерская служба, с помощью которой вы доставляете товары из Китая, не станет работать как почта, а как ваш контрагент. Звучит как фантастика, правда? Так вот. Если кратко, то почта, к примеру, сама выставляет налог и ввоз и отправляет уведомлением бумажным листом. Именно по этой причине время доставки товара к вам может быть умножено кратно. Более того, не раз слышал, что почта без причин или получения своевременного ответа или других факторов просто высылала товар назад отправителю. Именно поэтому крайне важно сотрудничать с проверенной агенцией Цельной. В чем заключается их работа? Грубо говоря, она ваша правая рука в растаможке товара. Поэтому вникать в их работу нет смысла. Вы просто обращаетесь к ним, оставляя за собой обязанность следить за своим бизнесом и оплатой их услуг, конечно же. Поэтому подытожим. Можете рискнуть и работать без них, а можете не рисковать и работать как большинство людей, которые ведут бизнес со странами, не входящими в Европейский Союз. У вас сейчас возник вопрос. Если ты не расскажешь, как работает агенция Цельна, то как я должен им верить на слово? Откуда я знаю, сколько нужно платить налога на ввоз? И вот тут мы переходим к термину ЦВО. Что же такое ЦВО? А это, простыми словами, налог на ввоз или вывоз товара от ЕС. Скажу сразу, что именно что существует три вида ЦВО. Это импортовое, экспортовое и транзитовое. По названию несложно догадаться, что это налог из ЕС, в ЕС и через ЕС. Как мы знаем, ЕС — это свободная зона торговли, поэтому между странами Союза налогов нет. Но
очень важно в этом моменте сказать, что для полноценной деятельности вам понадобится ВАТ и ВАТ-ЭУ. Потому что если товар летит к вам из Поднебесной при пересечении границы ЕС, вы оплачиваете ВАТ. То есть уже у нас есть два налога. Сейчас будет и третий. Нет, третьего не будет, просто на бумаге он обязан быть, поэтому сейчас все объясню. Берем пример. Я нахожусь в Варшаве, связываюсь с поставщиком и заказываю товар на 10 тысяч долларов. К этому моменту я уже обязан иметь контакт бухгалтера, контакт агенции цельной и иметь ВАТ. Однако поставщик товара говорит мне, что у него есть уже наработанная система, он отправляет товар из Китая в Германию или, к примеру, Чехию, неважно, а потом уже в Польшу. И тут у нас вопрос. ВАТ ведь у нас польский, как быть, если товар полетел в Чехию? Ничего страшного, Чехия тоже в ЕС, поэтому кроме ВАТ вам также понадобится еще ВАТ-ЭУ. Делается он через бухгалтера в течение примерно около месяца. Дальше. Как я рассчитываю ЦО? Не верит же мне агенции цельной на слово? Ну, нормальной агенции смысла нет, это во-первых. А во-вторых, вы всегда можете проверить примерно это сами. Для этого мы открываем Google и вписываем аббревиатуру, которая будет у вас сейчас на экране. ISZTAR. Там будет на первый взгляд непонятная таблица, которую необходимо заполнить. Но после первого же раза, если вы не разобрались, то агенция цельно вам поможет. Вы будете уже сами знать примерную стоимость налога на ввоз или на вывоз. Ну и не забудьте, что ставка ВАТ везде одинаковая. Тут, к слову, давайте отдельно разберем вопрос о ВАТ и когда его нужно оплатить. Основным критерием расчета ВАТ по товарам, ввозимым из Китая, является место таможенного оформления. Если местом оформления является другая страна ЕС, то, о чем мы, к слову, с вами говорили буквально минуту назад, то мы имеем дело с налогом, который фактически подлежит уплате после продажи товара. Это следует из процедур, предусмотренных для ВУНТ. Расшифровывается как «вевненшно сполнутого набыча товаров». Это довольно рациональное решение для предпринимателей, которые импортируют значимые объемы товара в ЕС. Это позволяет оптимизировать затраты, поэтому вы не обязаны платить ВАТ сразу же при покупке товара. Если импортируемые товары доставляются непосредственно в страну и таможенное оформление происходит уже в польских портах, если можно так выразиться, стандартная процедура требует немедленной уплаты ВАТ. Этот налог указывается в одном из таможенных документов – САТ. Или электронно он называется PZC. Это то же самое, что САТ, только в электронном варианте. Что же такое САТ? Это расшифровывается как Single Administrative Document, то есть единый административный документ, используемый для выполнения формальностей, связанных с таможенными процедурами. Форма состоит из 8 карточек, от 1 до 3 формы относятся к экспорту товаров, карта 4 и 5 относятся к подтверждению статуса товара ЕС и транзиту, остальные карты 6, 7, 8, это они относятся к импорту товаров. Если вы не забираете лично товар на таможне, а пользуетесь услугами курьерской компании, обязанность по уплате ВАТ возникает в момент доставки товара импортеру. Вы можете вычесть эти расходы в подаваемой налоговой декларации и в конечном итоге возместить эти расходы. Однако в такой ситуации вы с самого начала должны иметь в своем распоряжении эти деньги на счету компании. Эта модель расчета обычно используется для небольших поставок, когда стоимость налога не очень высока. Вы также можете воспользоваться так называемым упрощенным порядком, предусмотренным ухвалой о ВАТ, артикль 33А. Эта процедура позволяет вам уплатить ВАТ в декларации по ВАТ, а не на таможне. Если хотите узнать более конкретно об этом, то спрашивайте об этом у своего бухгалтера, как это реализовать в вашем случае. Ну и давайте пару слов скажем о ЭОРИ. Что это такое? Это идентификационный номер импорта и экспорта товаров. Вы обязаны его иметь в случае работы с Китаем. Этот номер он присваивается в системе регистрации и идентификации экономических операторов. Действителен он на всей территории ЕС и используется в качестве общего ссылочного номера при контактах с таможенными органами в любой стране ЕС. Получение номера может занять от 1 до примерно 7 дней. Но в основном это случается в кратчайшие сроки. Поэтому трудностей в его получении нет абсолютно никакой. Ну, собственно, вот и все. А дальше аккаунт в Allegro и Amazon. Выставляем товар, продаем, фактуры отправляем бухгалтеру, работа которого будет заключаться в том, чтобы посчитать ваши налоги и отправить информацию о них вам. Не благодарите.
Хотя нет, все же о благодарности я вас попрошу. Будет достаточно лайка под этим видео и короткий комментарий. С вами был Эмигрант в Польше. Еще увидимся.